Чё вообще происходит? Чё это не происходит? Это каждый должен взять рейси из этой планеты. Рейси? Рейси возьми с таблички. Из чего взять? Из чего взять? ВКМ на табличке. Особые предметы. А чё в особых предметах? Нет, надо взять... Ладно. Кто-нибудь может... Тяжелый случай, да? Да. Сделаю. Здесь все запущено. Да. Кто может его вылечить? Кого из? Кого? Вызываем дурку. 0-1. Ой, 0-2. Суки погромче сделаю. Чтобы обосраться, да? Да, он, кстати, повезло. Я это потом видео оставлю, потом ты увидишь это. Так, давай тоже чтобы погромче сделаю звуки. Вот так. Чтобы... Special of Marcel, там это... А, стоп, погодите, у нас походу этот, пробки выбиты. Я понял. И чё с этим, ну вот я допустим в подвале, да? Там нужно включить пробки нам. А где подвал? Я в подвале. Я в подвале, тут свет работает, мне кажется, нет. Да нет, свет не работает, по-моему. Нет, назад. Ещё раз включи. Да, кстати, частицы выключите, потому что вы будете видеть это так. Вот так свет работает, все. Вот так свет работает. Вот так свет работает. Да. О, телевизор! Телевизор, он работает. Так, да, телевизор, класс. Мне кажется, это плохой знак. Сатанисты. Я испугался. Марсел, а ты почему вижу твой ник? Потому что зелье закончилось. А, стоп! Е-мое, я думаю, это ты уже ходил здесь. А теперь ты выпей зелье. А, секунду, я забыл сказать. У меня есть звука. Ходьбы, звук. Да, есть звук ходьбы там, да? Нет, у меня есть звук, это блин. А, да. Нет, ты не видел меня, у меня просто звук кончилось зелье. А, стоп, зелье на ты, погоди, зелье бахнуть. Бахнуть пиво. Бахнуть квас. Ладно, okay. Вот здесь... Ладно, я не говорю ты, больше. Ты меня не видел, убежал. Там у нас задания какие-то, да? Что нужно делать? А, да, какие-то задания, да, надо делать, как бы, да. Надо вообще-то искать... А какое имя призрака? На твоё какое имя призрака? Банни-волк. Ой. А? Банни-волк. А. Так, Банни-волк, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Мы просто бегаем. Блин, я сразу вспоминаю вот эту битву крепостей. Да? Просто бегал. И нифига не делал. Полезность. Я понял. Это вы, да? Это вроде потом. Ой, дверь. А где? Слышите звуки? Призрак, ты добрый? Призрак. А, этот, how old are you? Сколько тебе лет? Ты здесь? Дай нам знак. Призрак. Слушай, тут звуки такие идут, да? Приятные. Он, значит, здесь это должен тусить, по идее. Призрак. Алло. Да. Алло. Да-да. Ты здесь? Да-да. Тут призрак блевотину выпил. Тут вроде зеленая блевотина была. Где? В подвале. В подвале? Погоди, стой. Стой, где? Он уже был. Надо на... Фото в котле. Ой, фото в котле. Да. Фото в котле. Фото в котле. А, чё ты орёшь? Я видел, как кто-то обосрался, это был я. Куда поставить камеру? Вот сюда, на подвал? Или в подвале, мы его в подвале видели, пошли в подвал. У него в подвале активная зона. А вы уверены, что он в подвале? Да, ну, Акил видел, я обосрался. Он типа активно был, вел себя в толпе как бы возле нас. Да, погодите, нас, что у нас случается? Радиоприемник. Радиоприемник, записи был, как-то может быть дух. Не, он уже спалил что-то, не дух. А, отпечатки. Это демон. Подождите секунду. А погодите, как нам определить температуру? Лед появляется. Кто-нибудь видел призрачный огонек? Нет. Нет. А-а-а-а.
Радиоприемник. Радиоприемник. А что такое реликвия? Реликвия. Это бог его знает. Это похоже на демона, это похоже на Якая. Короче. Радиоприемник, записи в блокноте, но это было минусовая температура, жаришь, типа, а может, дем. Если огонь, типа, гаснет, это минусовая температура? Не, это просто свет опается. А, ну да, кстати. Йокай, реликвия. Йокай, но реликвия. Извиняюсь, не отпечатки обычно я оставляю после охоты. А, ну я же говорил, ну. Ладно, все. Единственный отпечаток... Отпечатки после охоты. Ну пойдемте поищем отпечатки. Ну короче, никакой охоты не было. Была? Нет. А. Ну это был такой тестовый, тут не было охоты. Хорошо. Ну и по итогам у нас что? Это дух? Да. Я красавчик. Может быть это Ханту? Это нет. Дух. Это дух. Точно? Да. Да, да. Отвечаю. Зуб даешь? Конечно, не мой. Так, увидеть призрака был, погляжу. Вот пока тебя никто не умеет. Мне кажется, это Хант. Намного веселее с Нотизом. Нотиз, да. Ну это же Ханту, ну. Мем просто, Нотиз подхвячен. Ну это Ханту, ну. Если голова болит, симпл, папочку и папочку. Я, конечно, знал, что вы умственно отсталось, но не столько же, друзья. Ой, а кто теребит опять, а? Слышишь, я сейчас тебя потереблю, иди сюда. Кто сейчас будет трогать, получит бан. Я пожелаю теребилка. Ай! Страшно? Ему нравится судоку. Извините, раз. Ни хрена себе, тут второй этаж есть, вы в курсе? А. Чё, в натуре? Ай. Да, чекайте, где я. На меня паук напал. Где? На камере можно чекнуть. Где паук? Паук. Он за мной бежит. Только это не второй этаж, это типа... Это... Что это? Тело паука нет. А, стой, погоди. Вот это, конечно, человек-паук. Тут по листе можно подняться. В комнате. Человек, но паук. Привидение, ты хочешь убивать? Паук. Слушай, если честно, мне уже хочется вас убивать. А вы помехи слышите, да? Это у меня рация что-то говорит. Привидение, ты хочешь бургеры с KFC? Ай! А, типа, ты сдох, да, или как? Нет. А, ты не сдох, ты просто не напугал, понял? Ты просто обосрался, не волнуйся. Это бывает. Привидение, как твое имя пишется на русском? Пишется на русском. Ой, ой. Это было стрёмно. А где подвесил? Увидите, он там появился. О, смотри, ноги. А, ну всё. Чё, опять кто-то хрюкает? Нет, тут музыка. Красивая музыка. Телефон посмотри. До свидания. Знаете, что прикол? Типа, в фазмофобии, когда начинается музыка, вот такая вот примерно, это призрак ребенок обычно. Так только что призрак ребенок кричал. Нет, там не призрак ребенок был, там такой пожилой дед был. Блин, знаете, сейчас он берет и врубает звуки с хентай. Да, мы продолжаем. Тут серьезные вещи, мы в привидении ловим. Мне уже не делают от этого. От чего? От звуков? Да. А блин, надо в реальный хоррор пойти, да, с Акилом. Посмотреть, как он там будет. Как? Блин, я испугался, Марсил. Я споткнулся. Призрак. Просто у меня типа сейчас уф. Фонарик, типа. Ау. Типа, я просто не понимаю. Ау. Не понимаю, как, типа... Фонарик не работает, пока этот, ну, привидение кого-то не съест.
мысль не работает. Но пока кого-то он не съест, фонарик не будет. Ой, ой, мама. Это охота. Нотис, выпей зельку. Хоба-боба. Ой, а кто-то тут ныкается такой, а? Ой, убежал, испугался. Ведь. Ой! Чи-чи, дуэл. Стой, не бегай. Нашите. А чё это на квасе появился торт, алё? Да, оп! Привет. Призрак за кем-то гоняется. Ты где камера? F2, боже, F3, что? Дедуля, привет! Ну все, короче, привидение, можешь уйти, пожалуйста, это нам мешает. Брюзовый помер, все. Кто сдох? Да. Умер? Да. F, лох. Мне больше понравилось. Снимай броню, короче. Ну ты умер, Почему это вы... А кто-то, кстати, бирюзовый. Я. Нет, просто ты, это... Только что сверху я отложил кирпичи немножко, хеликоптер. Ми-26. Я его видел сверху, я отвечаю, оно сверху. Атак. Аминь. Минусовая температура. Рация, и получается, что у нас... А как минусовая температура поделили? Снег. Снег стоял. Рация, что еще? Призрачный огонек. Да, вот, призрачный огонек. О, кому-то звонит, я отвечу. Плач ребенка, я слышу, нет? Где звонят? Звонят. Не звонят, а звонят. Ну, он опять хрюкает, помогите, он рядом со мной. Цыган напялил свои золотые тапки и бегает за мной. А, все, атака идет. Ну, не бойся, я его закрыл там. А, закрыл, хорошо. Пусть такая. Нотис, давай бегай. А, так а кто это? Алло, призрак, тебе только что звонили, что ты на меня это... Я трубку взять хотел. Минусая температура. Призрачный огонек. Привидение, тебе холодно? Ему хорошо. Во, это мара, это мара. Поведение тебе холодно. Хотя не похоже. За мной привидение бежит, что делать, ребят? Если сверху то, что мигает, это означает то, что охота начинается, логично. Да, это начинается. Так. Только что видел призрак, он бежал. Лайкусики заведите, пожалуйста. Лагает, не знаю, почему лагает. Я вроде бы... Ищем источник звука. А вы контрольную закупку сделали, не? Да. Да, там крест купили. Ничего не делал, я ничего не знаю. Просто бегаю. Состояние по жизни Акил, просто бегаю. Привидение, если ты тут, скажи, чего ты хо... F2. Я в паутине застрял, нормально. Не, тихо, меня нет. Не, ко мне ты не пройдешь, даже не пробуй. Я в домике. Ля-ля-ля-ля-ля. Ай, не смоли, тут закрыто.